А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и бороздить просторы Европы. Едем дальше. Едем дальше. Сколько нам там ехать? 2000 км. За сегодня, надеюсь, косарик пролетим. И... Больше никто не въехал. Что дальше? Что дальше? Время у нас 14:40 в игре. Германию покинули. Значит, 14:40. Время прибытия у нас получается еще остается немножко меньше суток. То есть, по идее, два раза поспать еще сможем, наверное. 14 плюс 8, это сколько будет? 22. И... А, ну да, до 6 утра сможем приехать. Ты, блин, прикалываешься, что ли? Собака, я притормозил, он притормозил. Черт сраный. На ренушке. Марек. Штука евриков. Видел же, блин, что иду по правому ряду, что сейчас дорога заканчивается, все равно поперся. Щемить меня. Сейчас будет еще тупить, как девка. Так, 246 евро. Кто-то поднял. У нас сейчас, походу, начнутся вот эти платочки наши любимые и так далее. Ну и что ты тормозишь ты, блин? Ручник пришлось включить. Капец. Ну да, с такими, конечно, водителями мы быстро не приедем вовремя. Кстати, мы не будем изменять старым традициям. Вспомнил в прошлой серии, что мы что-то перестали бухать кофеек во время ЕТС. Так что я себе уже сделал. Надеюсь, вы тоже. И бутеры, думаю, тоже. Наверное. Ой, класс. Алиса заработала двушку евро. Так, с кофе нужно быть аккуратнее, иначе мы куда-то врубимся, походу. Так, а, так я могу этими кнопками рулить тоже, понял. Я думаю, блин, а как я раньше кофе пил, так неудобно как-то. Слушайте, в натуре, что-то у меня вообще крыша поехала. А я сейчас рулил WSAD вместо стрелочек. Я же обычно в ETS стрелочками рулю. А, не, нифига, я буквами рулю. Чё-то я это туплю немножко. Так, ну летим. Ух, можно нормально убраться. Так, нам прямо вроде как. Две тысячи км. Тут снова местность поменялась, сейчас как-то выглядит прикольненько, более зеленое все. Приятно, однако. О, мини-купер. Только не желтый. Блин, давайте быстрее, пожалуйста. Успеем, не успеем? Успеем. Отлично. Просто шикарно. Блин, летим вообще супер. Так, надо карту включить, чтобы понимать тут простание по времени, а то я такой, блин, что могу куда-то поехать не туда еще. Все правильно мы едем или нет? Да, Женеву даже проезжать будем. Неплохо. Скорость снова у нас быстрее, чем по времени. О, чупа-чупс. Впишемся, не впишемся, надо заранее как-то
Нифига не впишемся, а на тормозах нельзя вписываться. А то крен еще сильнее идет. И тогда можно вообще улететь. Леон, Женева. Вот тут, походу, кусочек старой карты. Смотрите, какой древний кусок. Деревья старые вот эти вот. Асфальт старый. Все старое. Привет, 2012. 10 лет. Кстати, а когда она вышла? ETS 2. Ну, типа, начали вот эти вот версии переполовиненные выходить. Или это в первой части так было? Или во второй? В 2012, по-моему, вторая часть вышла. А так же, помню, было отдельно... Герман Трак Симулятор, что-то там еще там и так далее. Бел. Ой. Фак. 1%. Я это как бы. А урон прицепа только показали, грузы не показали. Я думал, я там проскочу. Я такой посмотрел, типа, ну, как бы запас есть. А мы, получается, яхтой причесали ему всю бочину. Так, 1% на сколько? 176 тысяч. Ну, это минус 1%, это вот если именно 1, не 1,9 там и так далее. 1% минус десятка у нас где-то будет. Учитывая стоимость доставки, очень дорого. Вот прям невероятно дорого. Ну, знаете, я на самом деле не удивлен. Думаю, вот точно так же не удивлены. Учитывая, как я обычно катаюсь, это, ну, это вполне нормальная закономерность, что мы где-то ушатали, потому что, ну, проехать такое расстояние в роли меня, это невозможно. Я по-любому где-то что-то сломаю или разобью. Ограничение соточка. Сейчас кто-то вылезет на обгон, и все. И мы приехали. Спасибо, что не вылезли. То есть смогло веселье начаться. Ух ты, блин, будто в Польшу заехал. Офигеть. Оттормозился, так оттормозился. Мне кажется, лодку нужно перевозить вверх тормашками. Более устойчиво будет. Почему еще так не придумали? Даже не заметил. А, ну да, мы же поспали, точно. Так, грузовики. Покупка грузовика. Мерседес. О, смотрите как. Анлайны. Слушайте, вот когда мы будем им ставить заряженные грузовики, нам вот такой нужно будет Big Space ставить? Или вот такой, типа, Giga Space? Или вообще вот этот заряженный-заряженный? А где мы гараж брали? А. Так, кадры. Нанять. Ирена. Тобиас. У нас такого еще не было. О, где-то я его рожу видел. Мянко. На Мерседес пусть нормально водила ездит. Тут дорого обслуживать. Тысяча 808. Так, слева никого вроде.
Мост какой старый, да? Колонны такие прям нарисованы. Да, тоже старая часть карты, походу, какая-то. Я уже не помню. Там, кстати, где-то писали в обновах. Что-то там то ли Австрию собирались обновлять, то ли обновили. То ли собирались, то ли вот на днях должны, я не помню. Я как-то особо за новостями не слежу. Раньше следил за новостями там ЕТС. Сейчас как-то так, типа, оно обновляется каждый день там по 100 мегабайт. Что-то они там делают. Ну да, учитывая, смотрите, какой каличный въезд сюда в тоннель. Это точно старая часть карты еще. О. Франсуа, да? Или как там? Еще один тоннельчик. Залетаем. Фульцы притормаживает, явно хотел обогнать, но нет, нельзя. И что, меня пропустят, нет? Я просто хз, я не помню, да, пропускают. Ну хотя без остановки, я просто смотрю, тут закрыто, думаю, блин, можно туда ехать, нельзя тут. В каждой стране по-разному, ты едешь и тупишь, а прикинь, вот так вот. Ты едешь в Европу и также начинаешь там тупить. Ты такой, о, куда мне ехать, да? км. Ну, эта поездка явно медленнее, но прошлая поездка была и длиннее, как бы. Ну, в смысле, прошлая серия. Тут на 300 км едем уже. Минут 40 по ощущению. УЗК. А на это 370 евриков. Камерки. Причем в спину фотают. А не навстречу. Марек. Штука 500. Так, ограничение 70. Спасибо, спасибо, спасибо. Сужение дороги 50. Отлично. Упс, упс, упс. Так, ну урон прицепа есть. Значит, груза походу тоже есть. Сейчас проверим. А был один, да? Но 2 я не удивлюсь, потому что 2 мы можем насобирать. Там 1,9 уже может быть легко. А он, кстати, по-моему, в прошлой поездке, ну, в смысле, с прошлым грузом, как раз у нас, по-моему, и было 1,9. Так, топливо на 2400 км, мы проехали треть от задуманного. Ну, то есть пятихатка. Ну, а, слушайте, так нам, по идее, топлива хватит, чтобы прям вообще доехать, судя по всему. Блин. Я бы справа объехал, но я понял, что я не вписываюсь. Ты тормозить еще начал передо мной. Вот же чучука. Сейчас сказал, наверное, никто и не понял. А кто-то вспомнит и прослезится. 30. Я первый раз в жизни увидел ограничение, что там 30 написано. Прикиньте, смотрите. Первый раз сейчас вижу. Вот реально, первый раз. Новое открытие. Вот там, смотрите, сверху. Что-то там. Что там нарисовано? Грузовички. О, 5600 туда поднял. Неплохо. Так, а у нас там клевер намечается. И куда этот клевер ведет? А, понятно. Ух, там сейчас пойдут платочки, прям горячо сейчас пойдет.
Клермонт. Название такое, знаете, будто американское. Клермонт. Или британское. Так, поворотник включай или едь дальше. Ой, Влез. Я думал, не влезу. Ну просто за ним плестись, но это 15 лет придется ехать. Я не хочу за ними плестись. Ого, Элис. 13800, охренеть. 13800. Офигеть, вот это доход. 45 кусков уже на счету. И это напоминаю еще раз, что мы в кредиты не лезем. Если мы в кредиты лезли, так мы не лезем, то у нас в АТС кредиты. Кеннет. Заработал. Ух, меня проглючило, мне пузырь трава на мосту растет. Так просто там так удачно дерево какое-то торчало. Будто трава на мосту. Хотя, может, она там и была, мы полноценно не заглянули туда. Но, наверное, не было, это слишком тупо было бы. Так, Клермонт направо. Доход от водителя Бужо. О, нифига, Бужо уже начал зарабатывать 7,5, неплохо. Так, ограничение 90. Not bad. Not bad. Куда? Вот сюда. Жесть, а не развязка. На самом деле, я думаю, что такая развязка может переварить огромный поток машин, но тут можно легко поехать не в ту сторону. И фиг потом будет разворот здесь. Вот сейчас, например, образом мы свернули не туда, допустим. Как нам вернуться обратно? Никак. Просто в тупую никак. Так, 1550 километров. Мы проехали, ну, в принципе, можно сказать, половину. У нас же было там две с чем-то. Блин, глаз чешется. А, хочется глаза закрыть. На дорогу надо смотреть. Арнольд. Шварценеггер повысил свой уровень. Платка. Типас. Еще 500 км. Быстро летим. Километры улетают только так. Джордж Радио. Летают, причем по кругу. Так, кофеечек надо снова его брать как-то. Снова летим под 130. Людок. 2019. Почти год угадал. Повысил уровень, Людок. Отлично. Кстати, у нас там есть миллионники какие-нибудь или нет? Водители. Надо чекнуть. Что-то мне вот прямо сейчас интересно стало. А, прикольно. Ой, как у нас... А, вот так отсортировано. 77 тысяч всего лишь.
Блин, мы тут сколько в последнее время играем, сколько не выходил АТС, но я помню, что в АТС у нас точно были водилы, которые сотку проехали. И причем фиг знает, сотку миль или километров. Хорошо, повысил свой уровень. Хорошо, хорошо. Фурик что-то тупит. Но, блин, на трассу выезжать на такой скорости, это, конечно, идиотизм. Вклиниваться в полосу. Такой чисто 5 км в час. Марселин какой-то. Марсель? Там Марселин написано или Марселия? Ага, понятно. Ну, в Марсель мы не едем. Оп, даже не стукнул. Так, ну здесь придется, походу, справа выскакивать. Ух ты, блин. Мог дотронуться, но не дотронулся. Выскочили под 140 прям вообще идеально. Повезло, просто повезло. 400 километров на сегодня. Блин, реально быстро пролетаем. Че там, ЖД-мост или что это такое? Там же просто справа, вон тоже ЖД-мост. А, нет, это не ЖД-мост, это автомобильный мост. Тут, походу, для каких-то поселков, которые тут рядом, а это чисто вот прям трасса-трасса. Так, типас там снова, да, или что я увидел? Так. Тормозим. Блин, ну как всегда, до 20 торможу. Почему я не могу до 30-ки тормознуть нормально? Есть там открытые вот вообще прям? Походу, нет. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Так, а о чем мы там? Сегодня до Испании долетим? Откуда мы выехали? А, мы из Сюриха выехали. Ядрить, колотить. Ну тогда да. До Барселоны где-то, наверное, или вот. О, вот граница. По-моему. В смысле, назад. Я куда-то не туда ткнул, походу. Мне кажется, идеальное место для остановки. Вот прям пушечка. Неважно, сколько там км останется, оно прям отличное. 373 км, ну, может, на соточку больше пролетим. Там просто как раз платка. И мы такие хлоп, и ночлег, и все дела. Как раз притормозим там. И будем ехать себе на счастье. Ну, кстати, время 18.06 уже. Пора бы спать ложиться. Нифига тут. Тракстап какой-то огромный. Офигеть можно. Громадный просто. Блин, ну мы тут не были. Тут можно покататься, поблуждать. Прикольно сделано. Причем что с одной, что с другой стороны. Томас. 2400. Или Томас. Или Томас. Барселона. Прямо. Мы, в принципе, в ее сторону едем. Только в нее будем заезжать или нет, я что-то не помню, и по карте не смотрел, и сейчас даже смотреть не будем. Но потом вдруг, если заглянем. Бронислав. 880 евро. Странное имя немножко. Бронислав. Адам. 332 евро. Ну, все, в принципе, как обычно. А что такое? Туи, что ли, какие-то? Тобиас. 874 евро. Что-то имя Тобиас я давно тут не видел. В списках. В наших. Мостики, кстати, серенькие. У нас какие там должны быть мосты? Или синие, или зеленые должны быть? Зеленые, по-моему, Португалия, синие Испания. Или как там? Так, снова типас по пути. Давайте заранее.
Нормально. Так, еще 300 км. Слушайте, ну походу да, как раз я, наверное, четненько поставил на границе. Дальше останется Испания. Вот только по Испании, я не помню, там платки у нас как там, можно пролетать без остановки или на скорости 30? Потому что я помню, что в Испании платки я что-то вроде как хвалил, или они мне нравились, или я просто умалчивал это. Но что-то у меня есть подозрение, что там будет все отлично. Может тогда в таком случае нужно остановиться не в Испании, а до Испании. А нас до Испании, наверное, нифига и нет. Ну, типа есть, но тут платка точно будет дебильная. Поэтому, да, проще в Испании остановиться. И не париться. И не думать ни о чем. Так, темнеет. Сколько раз мы там собирались поспать? 2 раза, по-моему, да? По-моему, 2 раза собирались поспать. Так, вторник. Это сколько? 9. А, подождите, в прошлой серии поход по 8 часов сон считал, что ли? 9 и 9, 18 часов. Что-то я это. Ну, а в среду в 9 утра приехать. То есть вторник. То есть, ну, пусть 20 часов. Потом еще 4 часа вторника и плюс 5. А, в 5 утра приедем, если 2 раза поспим. Не, все нормально. Все у нас отлично по времени. Так, ночлег, платочка. Буква Т слева была нарисована. Будем думать, что слева. Только оттормаживаться надо ближе туда, чтобы не катиться полдня до платки. €30. Ну, там что-то есть. Справа. Огромное количество освещения. А там тоже какая-то таможня. Ой, таможня платка. То ли черт его знает, то ли таможня. И освещения очень много. Здесь, кстати, вообще освещения толком нет, а там огромное количество. Странненько, да. Тут асфальт есть. Машины даже катаются. Но с виду, будто мы уже по Испании едем, на самом деле. Нам еще 200 км. Слушайте, такое ощущение, будто каждые 100 км платная дорога. Справа снова что-то там. Здание какое-то. Такое типа холмистая местность. Я хотел сказать горная, но что-то на горную еще не тянет. О, вот там подъемчик. Видели, какой там подъем? Так. Что-то я не понял. Мы ж не доехали. Граница дальше, но тут что-то уже как бы намек на границе. Вроде как. Легковушка у меня там не перестроится случайно? А, она дальше. Парковка на крыше здания.
Так, давайте, наверное, справа объедем. Попробуем. Но тут поворот хороший, сейчас придется тормозить жестко. Я сразу заранее притормаживаю. Ну что, тут можно, наверное, улететь куда-нибудь. Так. Это, походу, наше. Да, это наше. И по расстоянию, ну, 1120. Как бы. Йоу. А что тут происходит? Можно... А, типа справа. Блин. Здравствуйте, товарищ Фурик. На тех также можно было принять. Там просто нифига не светится, поэтому я такой думаю, ну как бы это. Лезть туда не сильно хочется. Сейчас он щемить меня начнет. Ля Джонквера. Так, нам сюда. Миросоль. Мы здесь еще не были. Так, что, мы сначала поспим, потом... Да, хватит нахрен катиться. Ну что-то по карте нарисован ночлег слева, но там как бы парковка не для нас явно по размеру. Хз, где нам остановиться нужно здесь. В данный момент я прям вообще не соображаю, где нам нужно остановиться. О, отлично. Так, первый раз. 5 утра. Ну, придется до ночи ехать. Ночью придется еще ехать, но ничего не поделаешь. Поехали, заправимся. Так, с какой стороны нам подъехать? Справа? Да. О, нифига тут. Отдых полноценный. Легковушек там вообще почему-то нет. А людей валом все там с колясками, еще с чем-то. Так, полный бак. Заливаем. Да, где-то. Ну да, сколько потратили, столько и вошло. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.